Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В этом ролике я покажу, как я делаю вот такие браслеты. Я уже сняла ролик, как я делаю вот такие кольца. Они делаются одинаково, единственное, побольше столбиков. Тут у меня 3 детали, а тут по одной. Разница в этих браслетах только в расстоянии. Рисунок состоит из 4 столбиков. Вот это именно из 4 я сделала столбиков. Тут я сделала из 5 столбиков. И появилось расстояние между квадратиками. А тут я сделала 6 столбиков. И расстояние еще больше. От количества столбиков зависит, как выглядит браслет. Но он немножко так идет гармошкой, видите. Но он на руке, это смотрится все хорошо. Это не ошибка, если у вас так получается. Такая небольшая гармошка. Вот в этом браслете больше надо рондалей или беконосов, или бусинок. Тут меньше и меньше. Вот это тоже можете учитывать. Также можно сделать сережку. Я показывать не буду. Вот тут петелька, одели швензу и сделали такой длинную сережку, какой размер вам нужен. Единственное, не делаем петельку с другой стороны. И получается сережка. Конечно, не такую длинную, это я вам просто показываю. Можно сделать сережку. Я использовала бисер номер 10. И беконусы или рондели. И то подходит. Или круглые бусинки. 4 мм. Можно плести на нитке или на леске. Но леска 14 мм или 16. Потому что несколько раз надо проходить. Поэтому очень толстую брать не надо. Нитку я беру тоже тонкую. Я взяла 9 бисеринок, 4 и 5. 5 это у нас будет петелька для замочка. Сейчас я прохожу через... И оставила хвостик, чтобы потом спрятать. Прохожу через 5 бисеринок. И вытаскиваю иглу с ниткой. Так как нам уже сюда не придется возвращаться, мы спокойно можем пройти хотя бы 2 раза по кругу, чтобы столбики у нас не отделялись друг от друга. Узелки тут делать не надо. Просто потом в конце спрячем нитку и все. Вот я прошла через 5 бисеринок. Рисунок продолжается с 4 бисеринок. Поэтому, когда идем уже по рисунку вперед, надо обязательно, чтобы игла выходила с ниткой из 4 бисеринок. Вот так. Чтобы нам столбики не считать, я вот так делаю 4 бисеринки. Я беру первую бисеринку, это будет мой первый столбик, и добавляю еще 3. Вот я добавила 3 бисеринки, у меня получилось 4. Прохожу через 4 бисеринки. Прошла через 4 бисеринки и еще раз прохожу через эти же бисеринки. Беру следующую бисеринку и добавляю 3. Прохожу через 4. И снова через 4 бисеринки. Беру следующую бисеринку.
И делаю снова столбик. И снова прохожу через 4 бисеринки. Беру последнюю. И прохожу через столбик. И опять через 4 бисеринки. У нас тут 5 столбиков, потому что вот этот столбик относится к петельке. А рисунок состоит из 4 столбиков. Я набрала бусинку, бисеринку, бусинку или беконусы, или любые круглые бусинки. Прошла через столбик, подтянула, разворачиваю, чтобы мне было удобно. Рисунок тут нельзя испортить, поэтому спокойно можно крутить. Прохожу через бусинку и бисеринку. Вот я взяла бусинку. Если нитка выходит у нас сверху, то мы должны проходить сверху вниз. Ну, также она может идти и снизу. Разницы никакой. Как удобно. Если нитка у нас снизу, значит, мы идем снизу вверх. По четвертому ряду. Раз, два, три, четыре. И проходим иглой. И подтягиваем. Беру бусинку. Разворачивайте, как вам удобно работать. Вот я взяла бусинку. Прохожу через бисеринку и бусинку. Вот я бисеринка и бусинка. И вытягиваю нитку. Когда мы вышли с бусинки, проходим через 4 бисеринки. Вот, проходим через 4 бисеринки и просто вытаскиваем нитку. Снова я ложу 4 бисеринки, чтобы мне столбики не считать. Беру бисеринку и делаю 4 столбика. Рисунок повторяется. Подтянула, опять прохожу через 4 бисеринки. Беру следующую бисеринку. Ну, вот так сейчас я сделаю 4 столбика. Я сплела 4 столбика. Тут выглядит как будто больше, но один столбик, вот видите, ниточка от бусинок. У меня тут 1, 2, 3, 4 столбика. Прохожу через столбик. Это рисунок повторяется. Я говорила, что это очень легкий рисунок. Разворачиваю. Вы тоже крутите, чтобы это было вам удобно. И прохожу через бусинку и бисеринку. Я взяла бусинку. И через четвертый ряд я должна пройти. Раз, два, три, четыре. Вот четвертый ряд. Четвертый столбик. И прохожу, подтягиваю. Видите, нитка у меня идет вниз, значит, снизу вверх иду. Я взяла еще бусинку четвертую. Нам не хватает тут. Крутите, чтобы вам было удобно. Я тоже вам показываю, что этот рисунок не испортит. Прохожу через бисеринку. И вот по направлению иглы бусинка. И вытаскиваю. И прохожу 4 бисеринки. В
Вот когда я прошла 4 бисеринки, я рисунок закончила. Можно продолжать дальше. Это я вам показала, вот этот браслет, когда квадратики близко друг к другу. Вот этот браслет. Вот этот. Теперь я покажу, когда есть лишние столбики. Вот этот браслет я вам как раз буду показывать. Надо будет 5 бисеринок, 5 столбиков. Но так как я вам и так покажу, начну вот с этого. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 бисеринок. Вот сейчас я сплету 6 бисеринок. И получается вот такой браслет. Чтобы мне не считать, они у меня на столе, поэтому первую я беру бисеринку со стола и добавляю 3. Вот, у меня 4 бисеринки. Прохожу через вот эти 4 бисеринки. Все то же самое. Единственное, столбиков будет больше. И прохожу иглой через 4 бисеринки. И беру следующую бисеринку и делаю столбик. Сейчас я их сделаю все столбики. Я сплела 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. Набираю бусинку, бисеринку, бусинку. Прохожу через последний столбик. Рисунок повторяется. Рисунок состоит из 4 столбиков. Неважно, сколько вы сплели. Это вот, например, как кольцо. Неважно, сколько я столбиков сделала для кольца, сам рисунок состоит из 4 столбиков. Проходим через бусинку, бисеринку. Я взяла бусинку и считаю. 1, 2, 3, 4. Прохожу через 4 столбик от бусинок. И не важно, сколько здесь столбиков. И подтягиваю. Беру бусинку, разворачиваю, как мне удобно. Прохожу через бисеринку. Это все повторяется. Через бисеринку и бусинку. И подтягиваю. Вот в этом моменте хорошо подтягиваются бусинки. Взяли, подтянули, чтобы квадратик был плотный. И проходим через 4 бисеринки, и рисунок у нас будет закончен. Продолжаем набирать заново столбики. Снова 6 бисеринок и делаем 6 столбиков. И делаем квадратик. Сейчас я буду доплетать вот этот браслет. Там у меня 5 бисеринок. Я убираю одну. И здесь у меня 5 бисеринок. 5 столбиков. Вот смотрите, в этом кольце я сделала 3 квадратика. Вот именно как вот этот браслет я вам показывала, да? 3 квадратика. Или один. Теперь я положила 5 бисеринок. Сделаю 5 столбиков. Рисунок повторяется. Единственное, что будет у меня 5 столбиков. Также прохожу через 4 бисеринки. Рисунок очень простой. И 4 вниз. Сейчас я сплету все 5 столбиков. Я сплела 5 столбиков. Теперь то же самое. Я уже тоже показывать не буду, только покажу, что прохожу через последний столбик. Я взяла бусинку и считаю 4 столбика. Сколько бы я тут ни набирала бы, рисунок состоит из 4 столбиков. 1, 2, 3, прохожу через 4 столбик. Также можно
сделать три квадратика рядом или два, а следующий сделать через 5 столбиков или 6. И тут уже можно комбинировать, как хотите. Я вам показала, как добавляются столбики. Рисунок состоит из 4. И не важно, сколько столбиков вы сделали. В кольце так вообще там много столбиков. Я закончила свой браслет. Помните, я вначале говорила, что один столбик относится к петельке для замочка. Вот я беру 4 бисеринки. Прохожу через столбик просто. И вытаскиваю иглу. Прохожу также через бисеринки обратно. Я взяла на петельку 5 бисеринок. 5. И делаю еще один столбик из 5 бисеринок. Прохожу через столбик. И прохожу по кругу. Закрепляю петельку. Сколько нитки взять? Одного раза не хватит, придется брать нитку. Вообще-то берите, как вам удобно. Так как тут столбики, тут даже очень просто прятать нитку и добавлять. Поэтому я хоть с длинной ниткой работаю, но мне все равно пришлось 2 раза брать нитку. Поэтому берите, как вам удобно. Потом по столбикам прячьте и добавляйте по столбикам также нитку. И еще раз я пройдусь вокруг петель.